Итак, 7 декабря 1988 года, 24 года назад, в Армении произошло страшное землетрясение. В 11 часов 41 минуту по московскому времени в Армении, значит, произошло землетрясение, охватившее северную часть территории республики с населением около 1 миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибло около 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч армян. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел. Частично разрушены города Ленинакан, Степановакан, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. Пострадали здания школ, детских садов, больниц, театров, музеев, библиотек, кинотеатров и дома культур. 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей были выведены из строя. Разрушены 230 промышленных предприятий. Для оказания помощи пострадавшим во время СССР были развернуты мощные движения. Все советские республики, а также многие западные страны направили на место трагедии людей, технику и все необходимое. Повсюду проводился сбор гуманитарной помощи. Для восстановления разрушенного в Армению приехали 45 тысяч строителей. Ежегодно 7 декабря в Армении поминают жертв землетрясения 1988 года. Это у нас выходила такая 3-рублевая монета, еще в СССР, так скажем. Это, по-моему, вот я, насколько помню, из 3-рублевиков самая первая монетка. Ну что ж. Приятно, что мы с армянами все-таки остались друзьями. Несмотря на то, что как бы пути наших стран разошлись. Но, тем не менее, дружба это превыше всего.